В Министерстве по делам молодежи прошло награждение победителей конкурса среди лидеров молодежной политики Республики Татарстан на получение жилья по программе социальной ипотеки. В этом году в конкурсе участвовали 115 представителей молодежной политики. 9 учащихся Казанского университета стали победителями. Одна из них – магистрант Института психологии и образования Гульчачак Галиева. Эмоции и ощущения, конечно же, одни из самых лучших, очень приятные. Очень приятно себя видеть в числе, так скажем, финалистов. Цель данного конкурса – улучшение жилищных условий студентов, аспирантов, молодых ученых и активной молодежи. В конкурсе могут принимать участие лица от 18 до 30 лет, зарегистрированные по постоянному месту жительства в Татарстане. Обязательное условие – работа или общественная деятельность в Республике Татарстан. Министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов поздравил победителей и вручил им дипломы. Возможность поздравить молодых, активных, небезразличных. Ребят, которые в тех или иных направлениях проявили себя, а значит проявили инициативу, воспользовались возможностью участвовать в этом конкурсе и в ближайшее время станут обладателями своего собственного жилья. Победители конкурса будут жить в микрорайоне Салават-Купере. Федосия Ершова, Валерия Кожевникова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.